Всем привет, ребят. Ну что, мы на аккаунте победителя, одного из победителей еженедельных конкурсов. Дания наконец-то появился там пак. Он захотел Бугимена. Я ему забрал этот пак. Вот так вот. Зимний пак. Рвение 8. И 8 эмблемки. Сейчас мы их пооткрываем. Ну и посмотрим на его аккаунт. Так. Даня 13%, надеюсь, это возраст. Находится в гильдии Ковчег, босс 3, 5, 16.00, 16.30, БГ не прошел кик. Вот так вот, первые места, есть куча свободных мест, кидайте заявочки, вступайте. Поехали посмотрим, что у него по аккаунту творится вообще. Ну, судя по всему, аккаунт был бездонатный. Так, Бигфута нет. Тессы, Фреи, Командоры, ПБшки, Риббита, Ронина, Асуры, Махатмы. Ну, Бугиман уже есть. И Франки тоже не вижу. Так, забрали. Максимум героев. Так, ну вот так вот. Был бездонатный, стал донатный. Так, хорошо, с этим разобрались. Поехали, поехали, поехали. Посмотрим, что у него вообще творится. С героями на такой силе. Влад Дракула жесткий. Ну, по талантам, как видите, тут. Хотя, как для без доната, вполне нормально. Окей. Смотрим, что у нас там еще по акциям. Есть набор бинго. Фестиваль фейерверков. Открыть сундук. Поехали посмотрим, что тут. По акциям пробежимся и начнем ролить ему имба героев. Так, 28 попыток. Как обычно на русском сервере. Все печально. Такс. О, ничего себе, 1500 самого. Ну все, ребят. Сейчас будет огонь, роллинг. Еще бы 1500, чтобы у нас было уже 3К. Было бы неплохо. Так, 150. Интересно, получим 3К, в принципе, должны. 30 попыток практически. Смотрите, по 150 падает, хорошо. Так. 300. И есть, с этой акцией закончили. Подарки тут, поехали посмотрим, что тут еще вытащили. Выживание, 5-й сад. Ну, неплохо, ящик славы. Окей, фейерверки, идем еще фейерверки пооткрываем. Попыток. Поздравляю со значками почета. Сундучок, отлично. Ну, как видите, ничего тут не светит за один пак. Так, идем еще бинго забежим. Отлично.
Пятый психощит дают. Ну, это уже не удивление даже на русском сервере. Так, хорошо. С этим мы разобрались. 33 тысячи самоцветом. Неплохо. Так, огонь. Огонь, ребята. Еще что-то. А, у нас предел склада. Ну, давайте немножко склад ему расширим. И что он как? Прям как без донат. Так, хорошо. Ну что, поехали. Рулить недостающих. Надеюсь, нам повезет. Но это не точно. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Купидон. Дон Купидон. Капитан Дрейк. Ну, такое. Атлант. Жесть. Ну что, поздравляю тебя с вторым бугеманом. Сэкономили, называется. Триант. Еще капитан. Ну это уже перебор. У вас, ребята, лайки. Так. Валентина. Добрый вечер, Валентина. Ну да, неплохо, неплохо. Если бы мы одного бугемана не купили, то в принципе... Ну так у него будет на повторку, эволюцию сможет сделать быстро. Ну, Махатма, это огонь, ребят. Бум-бум-бум-бум-бум. Так, есть. Let's go. Химка. Так, ну Купидон, это, конечно, хорошо, но Медуза, блин, ну чё не Фрея, Малышник, Дракос, ну давай. Жесть, смотрите, как последние герои, три последних героя, по сути, вылетело. Ну, практически это не Командора, но очень близко. Вот так вот. Ну, поехали, их откроем. Рогатка у него есть. А вот Бугиман, это он. А, у него мест не хватает. Чем мы откроем? Чем он там себе понакачивал? Да-да-да. Чем он тут понакачивал? Малышники, Кенди. Давайте так, методом тыка. Кенди, прости. Так, окей. Окей, поехали. Герои. Смотрите, сколько мы недостающих героев подоставали. Самое основное это вот этих два. Мохнатка и Бугимен. Так, окей. Тун-тун-тун-тун. Смотрим. Так, Махатма, так, Бугимен, вот так. Ну, давайте попробуем сменить. Ну-ка. Ну, ладно. Пусть будет бегающая бабка пока временно. Так, улучшить навык. Ну, тут можно, я думаю... А, и тут даже не хватит, так не хочу я на ней. Что у него вообще по... тыковке. Так, ну тыковку надо десятку делать однозначно.
Купидона надо десятку. В общем, сам определиться я не хочу, потому что там начальный аккаунт. Но Бехрлёва это, конечно, огонь. Все, ребят, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки. Ждем уже следующие, когда ответят победители. Я никак с ними не могу состыковаться. Всем удачи, всем пока.